Всем привет, ребят, с вами Владус и... С вами я, Харди и... И Нубасик. У него шапка такая, зуб торчит, все как надо. Ребят, сегодня мы играем на Бэдварсе на нашем сервере. Это просто вообще, у меня гордость берет, пацаны. Я считаю, нужно лайк поставить за это. Да, давай, все, я поставил. Я думаю, можно поставить 4 лайка. Да, ты что, зажрался, что ли, Нубас? Тебе что, шапка мозги передавила, что ли? Да, только... Какие 4 лайка? Зуб только один торчит, чтобы копать. Короче, ребят, предлагаю вам так, лайки, да, мы поставим. О, так, подождите, кровать-то уже надо защитить как-нибудь. Я на самом деле нуб в Бэдварсе, вы мне сейчас будете объяснять, что да как делать, потому что я ничего не знаю. А еще я сегодня без вебки, все-таки можно, в принципе, 4 лайка на каждом из наших видео набрать. Да, а можно вот, еще и подписаться на канал. Да, что в следующий раз я был с вебкой. Так, давай закрывай сверху шерстью, я сейчас здесь. Так, здесь шерсть, потом дальше, да, вот это. Кружечка такая, нифига себе, все, прям вообще четко. Ты чем делаешь, песчаником или нет? Нет, этим эндерником. Надо блоки покупать, да, пацаны? Покупай сейчас, песчаник сейчас покупай, песчаник. Да вот 24 железа стоит, подожди, дай мне железо. Без разницы, какой порядок мне кажется. Нет, лучше песчаник, чтобы, короче, это... Короче, там схема такая... Я имею в виду, говорю, порядок, неважно какой. Ну, так песчаник или эндерняк? Нет, песчаник. Ну, я эндерняк сделал, надо эндерняк еще доделать. А зачем песчаник? Ну, это, там же, типа, разными... По-разному ломаются, короче. Типа... Еще не сможем сломать киркой, по-моему. Типа, смотря... шерсть нельзя ломать киркой. А я думал, мы тогда играли, я думал, это у кого-то какое-то улучшение, что я шерсть не могу киркой сломать. А ну, так возможно, это, улучшение есть, нет? Мне кажется, что это улучшение такое. Я не знаю, пацаны. Ой, там шерсть достроился. Да куда? А где алмазы, где спавнятся у нас? А вон слева, а вон туда слева. Блин, нифига себе. Стой, да я на шерсти. Самое время купить меч. Харди. А как? Да я проберусь. Так, все, я аккуратно ползу, пацаны. Я сейчас все сделаю. Вы кто-нибудь идете за мной, нет? Нет, я тут собираю. Я только оборачиваюсь, там никого. А ты что думал? Ты собрал команду, да? Ой, тут синие! О, давай их попробуем там закидать. Сейчас у меня как раз. Сейчас он доберется. Иди отсюда! У меня 5 алмазов, пацаны. У меня 5 алмазов. Давай. Не, Влад. Вот что, такое? Что там было? Что он дурак упал? Владус, беги, алмазы скидывай туда. Пока вдруг что сейчас? Стоп, ты что, уже алмазы прям взял? А сундук только мы можем открывать или нет, который у нас? А так клади в этот, а не в общий, а эндера, сундук эндера. Точно. Что, можно, что ли? Нет, давайте я это положу сначала. Ой, куплю сначала что-нибудь. Купим. Ну давай. А может улучшения сразу же будем покупать какие-нибудь? Да, я 2 купил. Смотри, у тебя теперь острота есть на мече. И есть еще на кирке копание очень быстрое. Так, я пока буду устроиться на центральный остров. Синий. Харди, что, тебе помочь? Ну да, можно, он тут уже прямо надо мной, и он хочет меня. Ну сейчас, подожди, я куплю тогда меч получше. Сейчас я его... Он сейчас, он хочет прям прыгнуть ко мне, но, блин, тут нужна подмога срочно. Я иду, Харди, у меня меч железный ему. У меня так же. Ну, я его достать не могу. Стоит такой, дерется там. Давай, прыгай. Че, засал? Ты засал, что ли? Да вот, все, иди тогда отсюда. Стоп. А может он подписчик? Подождите, а что тут голод-то не увеличивается, что ли? Ну, точнее, не появляется? Нет, видишь же. Блин, да блоки есть у кого-нибудь? Ну, он отстреливает. Может, это просто отвлекающий маневр, берите, и нас уже кровать ломают. Отлично. Слышь, я до тебя сейчас доберусь. Во! Что, спрыгнул? Как он это сделал? Как, что он сделал? Он тебя убил? Он меня столкнул. Ну-ка, у вас железные поножи, посмотрите. У меня нет. Я не знаю. Не, у меня походу у одного. Фигня какая-то, подожди. Давайте его замучим. Так давай, я пробираюсь к нему. Подождите, у меня деревянным мечом бьет. Так у него понос железный. Давай! Че ты на Нубаса, что ли? Ты на нашего Нубаса ушел! Я, короче, сделал еще одно улучшение. Слышите, еще одно улучшение сделал. Какое? Молодец, нормально. Длительность получает человек, если он умирает, типа, и попадает на базу. Длительность и что-то еще там зрение. А, если он на базу приходит, да? Ага. Помогите мне кто-нибудь, подождите алмазы, идите сюда, пацаны. У меня 3 алмаза просто, я бы их сейчас скинул. Давай. Давай. Давай лук возьму. Все, я пошел. У вас есть лук? Так, сейчас давай. Нет. Да, бери лук, там он идет. Харди, Владу, давай. Владу, стой, на вот это, забери вот это вот. И Харди, он идет. Да сейчас я его хлопну, по-любому. Давай, ты пока стиль, а я алмазик подберу тут один. Все, отлично. Прям выждал, так как будто яйцо высадил свое. Прям вообще так. Их двое, блин, блинский. Че? Их двое подвалило сюда. Блин, ё-моё, подожди, так. Харди, смотри, мне кажется, чтобы нашу кровать не сломали. Ну, их тут, и они сейчас на меня будут налетать. О, давай, кто тут со мной? Давай. Регенерации на базе надо?
Что сделать? Да делай все. Ты че, Купидон? Ну попади ты в него, господи. Блин, он закрылся. Кстати, Влад, здесь какой-то косяк с луком, он как-то стреляет вообще по непонятному. Да? Ну, я не знаю, я не пробовал. Плохо. Блин, он полностью закрылся. Вообще, там еще раз отстрелами не получается, я не знаю, что такое. Вы его валите там? Нет, он закрылся. Ну, тут спрятался. Я достал лук, он закрылся от меня. Я тогда тоже сейчас лук достану и к вам приду. Так, у меня два алмазика. А что, может, на центр? А если сейчас нашу кровать кто-нибудь сломает? А вдруг они нас вдвоем отвлекают? Возможно, ну, кстати, надо, я смотрю, но вроде... На базе. Вроде, ну, вроде никто там не строится. Так, кто там есть на острове? Купидон, ты там стоишь? Стой, я стой там. Я стою, да, я охраняю тут. Я просто алмазики скину. Я купил броню, короче, улучшил. Подождите, отлично, ты... отлично. Там уже два алмазика нафармилось. Сейчас заберем. Так, подождите, а броню как купить получше? А там, короче, по ноже просто улучшаешь, покупаешь их по ноже, и она у тебя типа это. А это на один раз или навсегда? На один раз, походу. Ну, ой, давай проверим. Ну вот смотри, сейчас у меня убьют, посмотрим, что будет. У меня вот пока... Ну ладно, давай проверим. Экспериментатор. Хороший, конечно, у тебя пути. Надо, короче, знаешь чего? Надо Купидону лук. Еще надо изумрудов, пацаны, надо изумрудов. Четыре алмаза. Ой, я сейчас еще, короче, броню лучше. Тихо. Меня скинули. Тебя не скинули? Так, он у вас такой стоит и думает, что он падает, а на самом деле там земля. Я, короче, броню еще улучшил, пацаны. У меня просто блоков нет, я не знаю, что мне делать. Блин. Ну сейчас, я сейчас его, короче, к тебе столкну. Попробую. Спасибо, конечно. Сейчас. Давай. Блин, лук реально. Я его убил, отлично. Так, багаешь. Скиньте мне блоков. Капитан, иди на центр. Вон, иди на центр, что ты тупишь? Скиньте мне блок. Тихо. А кстати, блин, ему один блок все равно понадобится. Нет, я здесь уже. Желтый, ну бас. Нет, не надо мне блок. Я залез. Почти. Я алмазы подобрал. У меня один алмазик тоже есть, я его сейчас в сундук скину. Все, отлично. Так, я сейчас пока тут постелю чуть-чуть. Все, я на центре, пацаны, я на центре. Молодец, давай изумруду, достань хотя бы 4 штуки, сможешь? Сейчас посмотрим. Только мне надо достроиться, у меня блоков-то нету. К вам пристроиться. Если только обратно идти. Нет, ты обратно, беги так же. Подождите! Что такое? Что такое? Он здесь, я убегаю с 3 алмазами, пацаны, я не могу так рисковать. Смотрите, чтобы у них там луков не было и так далее. Так, сейчас я все скину и обратно к нему. Блин, тут так, вообще что-то это, изумруды не спавнятся. Че, он там? Опа. Давай, может, вместе их затащим? Давай, побежали. Давай, их трое. Залетаем. Ой, алмазные мечи. О, черт, они вообще что-то сильно бьют. Я их окружаю вроде как, не помогает. Владус, броня остается. А? Супер, просто. Пацаны, спасите меня. Я на центре бегаю, я вылезти не могу, у меня блоков нет. Опа, сейчас получай, сейчас я его убью. Стоп. Хорош! Давай прыгай, сейчас прыгай. Блин, меня сильно бьет. Летим, давай, не бей. А, Влад, прикинь, еще и вещи с него скидываются, у меня два изумруда. Отлично. Четко. Это изумруды Нубаса, да? Пацаны, я изумруды потерял. У меня, у тебя сколько их было, 2 штуки? Да. Все, они у Харди. А, мы же с ним свалили, который тебя убил. Ой, синий бежит! Синий, у меня 2 изумруда! Я бегу на базу! Давай. Валите синего. У меня 2 изумруда. Харди, у тебя 2 изумруда еще, да? Я их кинул в сундучок. А подождите, а как обсидиан расположить лучше всего? Блин, не знаю, его, наверное, лучше вовнутрь, чтобы его вообще сломать не смогли. Если так его делать по периметру, то его много надо будет делать. Че, Харди, ты куда предлагал идти? На алмазы я там, а у меня один алмаз. One, один. Сейчас я бегу. Купи броню себе. Я покупаю себе кирку, смотрите. А что, она не на всех, что ли, выкупается броня? Она навсегда выкупается, но... Не на всех. На тебя надо. Не-не-не. Блин, ладно, я тогда хочу покупать. Подождите, а как мне выбраться? Откуда? Синий к нам строится, помогите, пацаны. Я бегу. Так, я тоже а бегу. А то я тут кровать разломал. Смотри, он сразу назад дал, сразу топчику дал. Сигал, потому что... Три алмаза у меня. Ты поставил, да, этот, на обсидиан? Да, но только чуть-чуть. Так, вот. 6 алмазов. Пацаны, что улучшить? Кирку или что тут? Шанс 50% получения двора. Нет, не надо. Ускорение копания пора улучшать, пацаны. Так у нас уже есть. А, или там на двойку. Еще давай, улучшай. Все, улучшил. Давайте, может, у синих кровать сломаем, а? Давай. Они мне вообще надоели уже. А давай соберемся туда сразу в путь. У кого есть лук? Купидон, есть лук? У меня есть лук, да. У меня есть кирка. Давайте я с киркой туда повалю. Ну, все, давай, ты с киркой, я с мечом, Купидон с луком. А, что, блин, есть лук? А блоков нет. Блин, есть золото. Сейчас я сделаю блоки. Что, блоки у нас, да? Да. А блоков нет. Давай, строитель. Что ты делаешь? Он еще и по одному выкидывает, и они не стакаются. Давай, Нубас. Так, ты не Нубас строит. Так, нет, Нубас тоже там строил. Так, давайте, пробираюсь, дай синих. Ой. А как шесть сломать? Рукой? Ой, синий. Спасайте,
Нет, 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 нет! Я его завалю, завалю. Завалил он тебя? Я подбегаю. Нет, да, меня завалили. А, сейчас, сейчас мы его завалим. Блин, он что-то какой-то неубиваемый совсем. Подожди, вообще у него не жизнь, у него жизнь вообще восстанавливается. Желтый, желтый на базе! Блин, я не копаю! Спасибо, бегу, помогай, бегу, помогай. Все, я его скинул, но нужны блоки, я пошел за блоками. Вы живы еще, вы живы еще, да? А кровать наша? Мы на базе. Да. Так, так, так. Ребят, ну, знаете, в принципе, нормально. Ну но так получилось, так вышло. Мне просто... Ну мы не такие профессионалы, как эти чуваки. Вот там синего скину. Меня вопрос, знаете, какой? Почему какой? И желтые, и синие пробрались именно к нам? Почему они начали бить именно нас? Так они так-то еще и красных ведь убили, еще первее, чем нас. Ну так, блин, а почему вдвоем-то, я не знаю, как так-то, да. Ребят? Они просто заподозрили, что здесь как бы Владус, Купидон и как бы... Заподозрили? Я думаю, они это увидели еще в лобби. Они такие, ох, мы вам отошли, это война. Возможно. Ну что ж, ну все-таки игра получилась прикольно, мне понравилось. Ребят, заходите тоже, поиграйте, может даже нас найдете. Не, ну, вот. Вы ждите новых выпусков, новых крутых выпусков, еще лучше. Да. И как мы бы сейчас постараемся все поднять круче. Свой скилл, типа, и быть лучше, и так далее, и тому подобное. Чтобы Марс на нашем сервере это круто, вот прям да. Вообще отвечаю. Он необычный, так что, друзья, заходите играть. Да. Мы ждали этого миллион лет. И все-таки дождались. Да, этот день настал. Ну а с вами был, ребят, Владус и... Харди и Нубас. И все, увидимся в следующем серии. Всем пока, друзья. Всем пока. Пока.